этот дисковод. Смотри, 60 читается. Возьмем вот такую дискетку старенькую. Смочим спиртиком. И почистим сейчас. Ах, запах. Вот мы задумали достаточку. Откладываем все. Друзья, среди своих раритетов нашел вот такую дискетку. Написано «Система и тесты. Западная Германия». Дискета еще на 360 килобайт, которые шли, вот помните, когда роботроны 17-15 были, потом 18-4 стали поступать из Германии, первые 286 с Орлом такими. Вот это дискеты из той серии. Сейчас попробую я вот этот компьютер, современный компьютер, эту дискетку вставить. Вот здесь для охлаждения гирьки поставил, вы видели. Дисковод на 360 старенький, который называется Mitsubishi 501C-312M. Вот, ставлю, закрываю. Выключателя у меня нет, включаю вот таким образом. Так, смотрим, что будет. Вот дернулся хлопик. Сейчас должен распарковаться диск. Вот. Всегда ругается что-то. Так, проходил. Вот пошла загрузочка наша. Вот. По-немецки. Вот она, система. Системные дискеты с тестами с Германии. Так, Exploit 8286. Ну, давайте посмотрим, что это за тестовые дискеты. Benchmark Cyclospeed Test. Версия 0.99. Обалдеть. Два режима, он и тишку, и стишку может. Вы представляете примерно, какой год. Это будет, наверное, 90-е. Начало самое 90-е, 91-е, может раньше. Хотя копирайт он 1986 год стоит. Но у нас 86-м точно компьютеров не было. Их начали поставлять где-то 88, 89, вот так. Так, С это что такое? С это цвет, включить, выключить. F это help. Вот кто хочет, может паузу нажать и почитать. Так, выхожу. Так, ну и выхожу. Q. Это основной тест, видимо, пауза какая-то. И Escape это Exit to Dust. Ну, это продолжить тесты, скорее всего.
Там такой страйк. Окей. Вот бичмарк старинный 87-го года. О, 87-й год. Обалдеть. Скорость офигенная. Так, окей. Так, это диск жесткий, он пошел тестировать. Так, 130 мегабайт, 1000 цилиндров, 15 голов, 17 секторов. Все, тестировал. Окей. А, это общая система, видите? Вот, на дискете DOS 330. 15 января 88 года. Так, ну что показывает? Процессор, сопроцессор, параллельные, последовательные. Дисплей не определяет, пишет, что расширение графика 256К. Так, ну, много диски. Так, и сколько чего занимает в памяти. Так, дальше. Так, процессор Intel 16-битный, 16-битная шина, системная IBM PS260, Benchmark Index. Бит в секунду, бешеное количество памяти 1 мегабайт, сопроцессор 287. А вот диск пишет почему-то 42, он не понимает больше 42. Старый, 89 год, ничего не сделаешь. Так, это у нас ЕГА, ВГА. А, это... Все. Ну, можете посмотреть. Это долго и муторно будет идти. На клавиши оно здесь не реагирует практически. Не реагирует. Ну, вспомните молодость, 80-е годы, первые компьютеры. Так, давайте пока идет тест, покажу вам. Значит, хлопик я поставил вот такой вот. Сейчас попробую показать. Такой Panasonic. Так, жесткий диск я поставил. Видишь, переходником. Вот такой вот. Ну, остальное все то же самое. Любовь, пока. Да, теперь посмотрим, чем кончится. Ну, короче, еще раз. Ну, вот подписано как дискета. Системные тесты, Западная Германия написано. Ну, видно, поставки были.
окружает что-то еще, если слышите звук. Звон без окна. Ну, посмотрим, куда пройдет угол. Опять. Ну, как отсюда выйти. В общем, бесконечные штуки, похоже. Выключаю ее. Так, снова здесь будет.